Всем большой привет, друзья! Хочу перед вами извиниться за то, что так долго не выпускала новые видео на канале. Но если вы это смотрите, значит, вас уже ждет новая пародия на суперхитовую песню. Так что захватите вкусняшек и приступайте к просмотру. Мам, а можно у тебя спросить кое-что очень важное? Ну давай. В общем, тут такое дело, но ты только не перебивай. Окей. Короче, отвечай. Мама, что ты дашь мне за такой поп-ит? Сейчас я тебе дам, только без обид. Грязную посуду со вчерашнего дня. Вот этот вот мусор и, конечно, ремня. Я не согласна, добавляй. Ну тогда в подарок еще получай. Вот тебе швабра, иди мой полы. Я выхожу из игры. Новый поп-ит я себе купила. Трейд-обмен с мамой сделать решила. У меня еще Simple Dimple и Squish. Да-да-да. Меня не победишь. Эти пупырки так прикольно тыкать. Можно по ним туда-сюда кликать. Эти пупырки, ой, так прикольно тыкать. Можно по ним, да, туда-сюда кликать. Четкий антистресс круче не бывает. Кто его придумал? Гений. Каждый чел его себе приобретает без любых сомнений. Разноцветный есть и красный, и желтый. Все цвета, какие захочешь. Когда-то его будут помнить только олды. Доча, ты чё там бормочешь? Мама, что ты дашь мне за такой поп-ит? Сейчас я тебе дам, только без обид. Грязную посуду со вчерашнего дня. Вот этот вот мусор и, конечно, ремня. Я не согласна, добавляй. Ну тогда в подарок еще получай. Вот тебе швабра, иди мой полы. Я выхожу из игры.